Здравствуйте, меня зовут Анна, и это мое первое видео о лечении дочери моей в центре Бейер Давид. Моей дочери 2 года и 10 месяцев. С 1,5 лет мы наблюдаемся у невролога, и наш диагноз на сегодня – это задержка психоречевого развития с элементами аутизма. Моя дочь не говорит. У нас есть лепи, но нет слов. Она не ходит в горшок. Она не контактна с детьми. И она крайне редко отзывается на имя. До года ребенок абсолютно нормально развивался. Мы с мужем не замечали никаких отклонений. Был лепит. Были слова «баба», «папа», но после года все изменилось. Ребенку как будто подменили, понимаете? Она изменилась, она стала отдаляться от нас. Мы сначала подумали, что, возможно, просто ребенок спокоен, но ничего не менялось, время шло. Как и любая мама, я стала искать информацию, что, куда обратиться, что с этим делать. И в интернете я увидела ролик мамы Виктора, которая рассказывала о своем сыне. Мне стало интересно, и я стала искать информацию о Давиде. С Давидом я познакомилась 7 мая. Мы с ним пообщались. На первом сеансе ребенок не присутствовал. Второй сеанс у нас был 29 мая. Ребенок подходил от скайпа, мы общались. Вот. После этого сеанса я стала замечать своим ребенком, что она стала более спокойной. Если раньше мы выходили на улицу, она вырывалась из руки и бежала, то сейчас ситуация обстоит по-другому. Мы можем идти спокойно за ручку, она реагирует на команду «стой», очень хорошо. Также у нас есть достижение, мы теперь кушаем ложкой. До этого было все очень плохо, мы ели руками, то есть ложку мы могли просто держать, а кушали пищу мы руками. Мы очень рады. Спасибо вам большое, Давид. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.